Здравствуйте, бабулечка, красотулечка. А куда идете, можно узнать? На прогулку. Я хотел с вами немного поговорить, вам чем-то помочь, если вам, конечно, нужна помощь какая-нибудь. А кто вы по национальности? Русская. Русская? Давно здесь живете в Каспийске? С 37-го года. С 37-го года. Мне 86 лет. Вам 86 лет, а вы очень хорошо выглядите. Вот, спасибо за комплимент. Так, скажите, пожалуйста, вот я, знаете как, я такой человек, который старается вот каждый день делать добро. Вот, ну, особенности, конечно, для взрослых людей, для пожилых. Вот, и хотел бы вам тоже как-то сделать добро. Скажите, пожалуйста, как вот, у вас есть какая-то мечта или какое-то желание? Чего вы хотели бы? Желание это, наверное, невыполнимое. Хотела бы здоровья, больше ничего. Ну, здоровья. А здоровье ну, уже где взять в нашем возрасте? Да, да, конечно, здоровье это самое главное. Вот иду туда за здоровьем, хожу подышать воздухом. А вы идете к морю, да? К морю, конечно, по набережной погулять. Скажите, пожалуйста, а может вам нужны деньги на лекарства? Ну это всегда нужно, но да? Я же не могу у вас деньги брать. Почему не можете? Ну, я, да, ну, если да. Я от всей души вам это, дам, это дам деньги. Мне неудобно. Почему неудобно? А, вот возьмите, вам 2000, это вам на лекарство. Ой, спасибо вам огромное, и дай вам Бог здоровья. Спасибо. Конечно. Я надеюсь, что вы выздоровеете, не будете болеть, будете здоровы. Во всяком случае, я куплю глазные капли, мне очень дорогие, они по глазные 700 капли? Рублей. Глазные капли хотите купить? Да, почти по 800 рублей, 700. У вас плохо со зрением? Да, зрение у меня никуда. Зрение никудышнее. А сколько стоят глазные капли, скажите, пожалуйста? 700. В разных аптеках по-разному. 752. Самая дешевая 735 были. Я не купила. Пошла по другим аптекам искать дешевле. А там 750 еще дороже. Вот. А теперь вот вы дали деньги, теперь я не буду жадничать и куплю себе глазные капли. Спасибо вам огромное. Да, видите, как хорошо. Всевышний меня направил к вам, чтобы я вам помог. И дай вам Бог вам. Хвала вам Всевышнему. Лично вам здоровья. Спасибо большое. Вам здоровья. Ну, мне не, очень неловко, конечно. Почему неловко? Жизнь так устроена, что мы могли помогать друг другу, особенно с таким старшим. Если это вам самим не в ущерб. Не, почему? Все, спасибо огромное. Это, в общем говоря, вам помощь от добрых людей, от моих подписчиков. Спасибо. Спасибо дай вам, вам что здоровья. Вы... Аллах, вам Аллах, здоровья дай. Спасибо, спасибо большое. Я вам желаю здоровья. Хорошо? А я вам. До свидания. И вашим всем друзьям, товарищам, кто занимается такими делами. Да, мы занимаемся благотворительностью, помогаем людям. До свидания. До свидания.